Во вторник, 19 января, по улице Революции двигался Форд, водитель которого на перекрестке не уступил дорогу Хонде. ДТП никто не пострадал, машины получили повреждения. В субботу, 23 января, по автодороге Соликамск-Половодово водитель «Лады Весты» нарушил правила и допустил столкновение с автомобилем марки «Рено». Пострадали пассажиры «Рено» 1981 и 2011 года рождения. В воскресенье, 24 января, по улице Всеобуча двигалась десятка под управлением неустановленного водителя. В районе дома 120 водитель не справился с управлением, машину занесло на встречку, в результате чего произошло столкновение с автомобилем марки «Киа». Пассажир десятки госпитализирован. На момент приезда полицейских за рулем «Лады» никого не оказалось. Кто нарушил правила и был в момент аварии за рулем, сейчас выясняют следователи. Всего с 18 по 24 января в Соликамском округе зафиксировано 22 ДТП, 3 человека пострадало, 41 автомобиль получил механические повреждения.